А зачем ты опять пишешь хронический пиелонефрит? Больше же нет такого диагноза. Не, ну официально же его никто не отменял, поэтому имею право. Но у нее же не 10-е обострение за год, она просто болела им в молодости, это нелогично. Всем же известно, что бактерии, в частности Escherichia coli, могут крепиться к стенкам мочевыводящего тракта и держаться там очень долго. Коллега, мне нужно путать теорию и клиническую практику. Бактерии могут делать все, что угодно, но у нее 30 лет не было обострения. Мы смотрим на картину болезни в целом сейчас.